Всем привет! И сегодня мы рассмотрим 4 лучших модели смарт-часов, которые вы можете заказать на AliExpress. Четвертую позицию нашего топа занимает Amazfit Pace. Умные часы с черным корпусом на черно-красном ремешке привлекают обилием функций, полезных для любителей спорта и активного образа жизни. Они снабжены встроенным GPS-трекером, шагомером, позволяющим узнать точное количество совершенных во время прогулки шагов, и датчиком сердечного ритма. Аксессуар имеет дисплей с сенсорным управлением, диагональю 1,34 дюйма и разрешением 320 на 300 пикселей. Изготовленный с использованием алюминиевых и керамических элементов корпусом смарт-часов Xiaomi, снабжен защитой от негативных воздействий, соответствующей стандарту IP67. Это означает, что привлекательному в плане дизайна устройства не угрожает попадание внутрь корпуса влаги или пыли. Для синхронизации умных часов со смартфоном можно воспользоваться беспроводными интерфейсами, такими как Bluetooth или Wi-Fi. Встроенный ионный аккумулятор емкостью 280 мАч гарантирует часам работу на протяжении 264 часов, но с включенной GPS-навигацией работа сокращается до 35 часов. Оценка покупателей на AliExpress в 4,9 звезд из 5 возможных очень радует. В основном в отзывах хвалят быструю доставку, отзывчивость продавца и отличную упаковку. Думаю, не стоит говорить, что часы также всем покупателям понравились. Отличный вариант для покупки. Третью позицию нашего топа заняли Huami Amazfit Stratus. Начнем с размера и веса часов. Первое, что обращает на себя внимание, это вес часов. Они кажутся тяжелыми, но буквально через пару ношений этот факт забывается. Вес часов составляет 59 грамм. Они на 6 грамм тяжелее, чем Amazfit Pace. Поговорим об основных функциях и возможностях часов. По поводу наболевшей темы с часами Amazfit, такому как уведомления, они отображаются корректно. Имя звонящего также отображается на русском языке. Дополнительно часы еще уведомляют о погоде, вашей активности и разряде батареи. В настройках часов вы сможете активировать такие функции, как подсветка 5 уровней яркости плюс автоматический режим, отображение времени в формате 12-24 часа. Режим не беспокоит, часы не будут отображать уведомления. Режим полета. В данном режиме выключаются все беспроводные модули часов. Включение и выключение режим полета и не беспокоить по расписанию. Включение подсветки часов по взмаху руки. Подсветка включается, как только вы поднимете руку, чтобы посмотреть время или прочитать уведомления. Изменение силы вибрации часов. Доступно 3 режима. Проверка и обновление операционной системы часов. Изменение руки, на которой надеты часы. Уведомление при утере связи с телефоном. Уведомление о низкой активности в случае, если вы долго засиделись за компьютером или долго смотрите телевизор. Активация режима непрерывного мониторинга пульса. Также расскажу по поводу интересных дополнительных функций. Музыка. В часах предустановлена память на 4 гигабайта, из которой доступна пользователю примерно 2,1 гигабайт. Вы можете загрузить музыкальные композиции и прослушивать музыку прямо с часов, подключив к ним Bluetooth наушники. С часов возможно изменить громкость, установить режим воспроизведения, повтор композиции, повтор всех песен, случайное воспроизведение. Будильник. На часах предусмотрена установка будильника. Выбирайте время и цикличность. Также возможно установить несколько будильников на разное время. И самое интересное. Функция активности. Все занятия спортом собраны в одном месте. В этом пункте отображаются все тренировки. Выбрав определенную тренировку, можно увидеть подробный отчет. Для того, чтобы начать отслеживание активности, вам нужно зайти в меню «Спорт» и выбрать вид спорта, которым вы собираетесь заниматься. При выборе бега и других видов спорта, которые проходят на открытом небе, часы сперва начнут поиск GPS, а уже после предложат начать тренировку. Также есть дополнительные настройки. В разделе «Беговая тренировка» можно указать дистанцию и время тренировки. Цели тренировок, оповещения, импорт курса, подключение внешних датчиков, а также изменение внешнего вида экрана во время тренировки. Доступны в меню настроек в каждом из видов активности. На экране во время тренировки выводится достаточно количество информации. Часы явно заслуживают вашего внимания из-за начинки и программного обеспечения. Второе место занимает Amazfit GTR. Что по поводу дизайна? С точки зрения внешнего вида, Amazfit GTR представляет собой что-то среднее между моделями Pace и Stratus. От первого достался корпус, а от второго механические кнопки. Хотя у Stratus их 3, а у новинки всего лишь 2. Корпус круглый с плоской лицевой панелью и плавной нижней частью. В продаже 2 варианта, либо алюминиевый сплав, либо нержавеющая сталь. В первом случае материал черного цвета матовый, во втором случае серебристый глянцевый материал. Оба материала выполнены качественно. В жизни Amazfit GTR выглядит крайне эффектно. Верхняя круглая часть часов также выполнена, скорее всего, из матированного металла, шероховатого на ощупь. На ней присутствуют насечки, обозначающие 5-минутные промежутки. Дисплей. По нынешним меркам диагональ экрана часов Amazfit GTR привычная – 1,39 дюйма. Разрешение составляет 454 на 454 пикселя, то есть 326 пикселей на дюйм. Сверху дисплей защищен Corning Gorilla Glass 3-го поколения.
зрения. Стекло прочное, имеет олеофобное покрытие. Следы от использования почти незаметны. Стекло немного утоплено в корпус часов, поэтому будет меньше подвержено внешним взаимодействиям. Спустя 2 недели активного ношения никаких проблем не возникло. Ни сколов, ни царапин, ни потертостей. Матрица экрана выполнена по технологии AMOLED. Это значит, что цвета насыщенные и сочные. Яркость может регулироваться как ручную, так и автоматически, в зависимости от внешнего уровня освещения. Авторегулировка работает хорошо, однако она активируется только в случае включения часов после сна, поэтому яркость возрастает или уменьшается неплавно, да еще и с легкой задержкой. По сути, много говорить про данную модель не приходится, у нее есть пару недостатков, одним из которых является уведомление. Они просто неудобно реализованы. Но если вам понравился внешний вид AvanceFit GTR, то модель нужно брать. Все равно за свои деньги сертифицированные в России часы поприличнее найти сложно. Защита от воды, прочный алюминиевый или стальной корпус, защитное стекло Corning, олеофобное покрытие, возможность смены ремешков и так далее. Кстати, покупатели очень хорошо отнеслись к модели. Заказов не так много, но все, кто заказывал, ставят оценку в 5 звезд, что может являться подтверждением, что эти часы отличный вариант для покупки. И первое место уверенно забирают AmazFit Bip. Сразу стоит объясниться, почему же первую позицию рейтинга занимают именно они. Все на самом деле предельно просто. Это самые доступные часы, и их цена примерно $50. Это в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем у прошлых 3 часов, которые мы показали. Смарт-часы AmazFit Bip представляют собой устройство с набором многочисленных функций, позволяющих облегчить жизнь человека, который предпочитает активный образ жизни. Часы с черным ремешком на руку, изготовленным из гипоаллергенной резины, безопасны для использования. Особенности модели в защите IP68, предполагающей защищенность устройства от воды и твердых частичек. Управление часами осуществляется 2 способами – при помощи сенсора и механической кнопки. Задняя панель устройства предполагает наличие датчика, измеряющего пульс. AmazFit Bip – универсальное устройство, поскольку смарт-часы могут быть и фитнес-трекером, и прибором, информирующим пользователя об актуальных состояниях со смартфона, к примеру, о погоде. Синхронизация модели осуществляется со смартфонами использования приложения Mi Fit. Для связи открытой системы iOS и Android. Подключение устройства осуществляется при помощи Bluetooth. Почти 2500 положительных отзывов и общая оценка 4,9 звезд из 5 гарантирует то, что эти часы станут отличным вариантом за свои деньги. А ссылки на все часы я оставлю в описании к этому видео. Вы же, в свою очередь, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи, еще услышимся!